А, нет. Может, что поправлял человек. Да, у матросов нет вопросов. Стоим на дорожке и друзья. Неончик, иди к нам. Угу. И это еще, Макс, если тебя раздражает, что тебя неончиком называют, ты так скажи, ладно, сразу мне. Все нормально. Окей. Меня ты про Зелю так не спрашивай. Ну, потому что ты... Потому что ты Зеля. Ты сразу Зеля. Это будет прыжок. Тебя уже не отпугнуть, а неончик я могу распугать. ТЦ. Угу, спасли. Стас, ты танчишь. Друзья. Танкование сменилось. СЦ на меня. Класс. А можно мне еще, пожалуйста, немножечко? Ну, пожалуйста, спасибо. Коля, осторожно. Поднимите, пожалуйста. На мне грин, я под боссом, под попой. Я там вот. Же. Ага, под попой, босса. Упс, это Стас, да? Ладно. Да. Продолжаем пока без Стаса. Как так-то? Давай. Мы без Стаса. Мы без Стаса. Неправославно мы... как-то. Без Стасовщина это какая-то. И икона. Отойди танку, друзья. СЦ. Угу. 1%. Все, перед боссом не стоим. Ждем, друзья, здесь. Все, друзья, идите туда вперед. Блин, Правильно? Геральдовская штука под ногами. Так, у кого-то есть пихание? Есть подталкивание. Надо... У Макса один толчок есть тоже, он тогда запихивал как раз. Так, молодцы. На мне грим прям тут. Да. Отходим. И гудом хреначим в черепушку. Я понял, Стас просто устроил себе комфортное прохождение. Друзья, а, неончик на меня, пожалуйста, на меня, неончик, пожалуйста. Не успел. Ну ладно. Благо, это не смертельно. Ну да. Все, кончился. И Ригом тоже сейчас кончится. Кончился. А, нет, еще не кончился. Все, друг, теперь кончился. Друг. У тебя Гвен. Гвен. Все, подняли. Ничего страшного, не ссы в трусы, ссы в унитаз. Друзья. И сейчас будет СЦ. Молодцы. Стабилом. Отходим на спиральку. Надо туда к спиральке двигаться. Друг, зеленый друг. Да, зелененький. Не он. Ладно. Ничего страшного. Видно за анимацией. Ребят, курдулька. Все, уже мы уже... Да, да, мы уже ушли. Надо поднять. Подняли. Осторожно. На поднять лёгко. Друг. Ага, Саш, ты. Осторожно, Коля. Кто у нас танк? Я что-то не... ЦЦ. Шо? Пошла тепленькая. Друг, на мне, друг, пожалуйста. Не... Как... Да, 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 Дима. Угу. Тебя отпихнули. Или не Дима? Кто это был? Гвен. Дима, да. Тебя отпихнули. Друзья. Твашон.
Ну, зато я так и с Димой подружился. Только теперь наоборот. ТЦ. Си-си. Анекдот хотите? Друзья. Во время ЦЦ, у меня факел не прицеливается в босса на Скурже. Прикольно. Только во время ЦЦ он пишет, типа, not in line of sight. Я умер. Пихнула. Пизда, а то. Умирает где-то. Подняли, друзья. Друзья, соединитесь, пожалуйста. Лились мы в одном. Чё-то как-то вот... Вообще как-то мне не понравилось это. Стоим здесь, ждем друзей. Просто если бы не сидеть, там... Друзья. Меня, Макс. Прям меня в мою модельку. А? Все. Пошли. Теперь мне нужны мои пехотные войска. Пихайте Ригама. Если они не умерли. Я на Лёху Ригам, он мог подпихнуть. А, Лёха на Ревенанте. На мне опять. Друзья. Сейчас поднимем низцы в трусы. Так. Выбегает. Отпихнуть назад надо. Друзья. Мелкий. Толстого не бьем, пока тонкий здесь. Я его немножко шуганул, конечно. Не знаю, насколько это помогло. Вроде долетел. Опять выходит. Сиди там. Вышел. А, не, зашел. Друзья. Убили, можно добивать. Интересно, мы дойдем до момента паники. Друзья, Невек и Леха, вы должны воссоединиться. Сейчас Коля будут. Опять у меня это что? Сорян. Все нормально. Осторожно, шлеп. Угу. ЦЦ на мне. Пизда там. Я успею вернуться, не переживайте. Кто там? Ага. Так это прям все было опасно. Друзья. Гвен, чуть подальше отойди, чтобы он вот. Вышел оттуда. Да. Близко. Давай, Самарок, топай к нам. Ура. Сейчас, не век, погодь. На мне, друзья. Кто-нибудь в меня, кто... Ага. Все, вошел. Он вошел к тебе. Там все под контролем. Входим очень плавно. На мне, смазано. О! ЦЦ! Молодцы! Магр, я в твоем клубе. Это когда? В смысле? Мне даже интересно. Меня копия. Друзей, товарищ танк. Друзья, ко мне, в меня кто? Ага. Я стою, я уже в тебе, не переживай. Не чувствую маленький. Ребята, на спиральку. Все, пожалуйста, на спиральку. Друзья на мне. Угу. Иди вот сюда, уходим на стрелочку, где посвободнее, Ивек. Угу. Сейчас будем перепрыгивать. Друзья, опять не... Зель, мы с тобой. Ой-ой-ой, сейчас. Угу. Не успел я неончик спасти немножко, прости. Там не спасти уже. Можно было там спасти, просто я не успел. Последняя сиси. Давайте мы его собьем, а то у нас народу маловато. Я отдал. У меня тоже больше нет. Тоже. Да. Ладно. Перед лицом не стоим.
Друг. Воу! Это как он так меня закинул, прям, простите, на другой конец планеты? А у меня такое было. Чё там, Саша вообще летала? Да. Перед лицом не стоим, и я пытаюсь... Космическая программа российская. Да-да-да, вот там тоже так только что и было. Ты что, я прям это... в полете. Я нет, самое смешное. Но у меня еще был full damage, чтобы вы понимали, сработал. Ну, так и было, да. Не, блядь. Так что уже двое из нас космическую программу исполнили.